Здравствуйте. Знаю, что вам сейчас очень тяжело, и не до всяких официальных встреч и разговоров. Вы меня простите, что я вас в такое тяжелое для вас время пригласил сюда, но очень хотелось пожать вам руку и поблагодарить за сына. Он настоящий герой. И поэтому вчера мною подписан указ о награждении его звездой Героя Российской Федерации. Он герой, потому что далеко не каждый человек под угрозой смерти, расстрела, остается верен присяге и долгу, остается верен своему народу. Только трусливые люди могут стрелять в безоружного человека. Только трусливые. И только настоящие герои, настоящие мужчины, а именно таким вы воспитали своего сына, могут бесстрашно смотреть в глаза смерти. Это пример для многих из нас. А его слова «служите, братья» – это как приказ всем его сослуживцам. Низкий вам поклон. Я вспоминаю, как боролись с терроризмом ополченцы Дагестана, когда столкнулись с этой угрозой. Он вот один из таких героев. Знаю, что никакие слова здесь не могут вашего горя уменьшить. Это и понятно, но я хочу, чтобы вы знали, что и в Москве, и вообще во всей России все люди, у которых есть сердце, совесть и хоть доля разума, прекрасно понимают, что произошло. Все мы, поверьте, мы вместе с вами. Вы должны это знать. Еще раз низкий вам поклон и большое спасибо за это. Спасибо. Конечно. Четко за оценку поступка нашего сына. Огромное вам спасибо. Человеческое. У нас растут еще. Сын растет у Магомеда. Братья растут. Кстати, как раз один из братьев, он первым принял бой, как говорится, погиб там. Будут такими же. Будут по стопам своего брата пойдут. Нужно будет жизнь для России дать, Владимир Владимирович. Спасибо вам. Спасибо.